Пятый класс, урок по математике, геометрические фигуры, многогранники. Если ты хочешь себе данную презентацию, заходи ко мне в комментарии, смотри ссылку на мой канал, подписывайся, пиши на моем канале, и презентация будет твоей. В этой презентации вы познакомитесь с цилиндром, параллелепипедом, кубом. Узнаете, как находить площадь данных фигур. Данная тема встречается в математике 5 класса. Заходи ко мне на канал и учись интереснее вместе со мной.